Так. Это я думаю, что, блин, может этих открыть, попробовать. Замочить их. Ух ты, сколько вас тут. Ах, ты попал по мне все-таки. Да чтоб тебя. Открыл на свою опу. Так, надо куда-то от них. В следующий раз может не повезти. Все, отлично. Вроде как удрали. Ну что ты там в машине-то лазишь? Все, вроде свалили. Посмотрим, что мы здесь открыли. Аптечка здесь. Да что в тебе? Цветочек.
Так, еще не патрон дробовика. Надеюсь, там не один патрон, как было в прошлый раз. Давайте посмотрим, что здесь. Верстак. Отлично. Что можно сделать? Так. Патроны для дробовика сделаем. Взрывной болт у нас 3 из 5. Ладно, хватит. Электроболт сделаем. Две штуки. Можно такой болт еще сделать. Тоже две штуки. Так, с аптечек у нас нету шприцов. Так, 290. Может, пистолет? Пистолет у нас всего-то ничего там прокачан. Давайте пистолет, наверное, да. Так, можно открыть второй уровень. Отлично. Здесь у нас что? Так, повышает вероятность нанесения критического урона при попадании в уязвимое место врага. Так вот. Так, не хватает компонентов. Вроде бы. Так. Что у нас в это... О, в этом доме есть. Отлично, травушка, травушка. Да мать вашу. Ну иди сюда. Лежат они, блин, по кустам не видно их.
здесь заперто. Здесь вон дверка есть. То есть ключик еще. Он тоже закрыт, наверное. Ну. Этот звук не похож ни на что. Гена не остановит его. Двери не остановит его. Так, патроны для дробовика у нас максимум. Мы только что сделали. Блин. Так кто вы повылазили-то, блин? Вон еще целая куча лежит. О боже. Рука такая. Много-много вас тут. Черт. Надо подвести электричество к двери. Наверное, этот провод ведет к источнику питания. Там у нас целая куча, да, этих зараженных.
Ух ты! Они еще и так могут. Ну что, еще не сдохли, что ли? Нормально так? Жесть, короче. Сплошная жесть, блин. Кажется, сработало. Так, что у нас там в грузовике? Отлично. Ходят и ходят, блин. Дай-ка я тебе сейчас. Так, у нас еще топорик есть. А топорик, как мы знаем, это самый что ни на есть хедшот. Могут заметить. Да я без тебя знаю, что могут заметить. Кажется, он уже заметил. Ну давай, подходи. Я обошел с другой стороны. Может, прокатит? Ну отвернись ты уже, давай. Молодец.
Черт. Да ладно, обоих одним махом, что ли? Ха-ха. Это было круто. Так, я вроде больше не слышу воплей. Пока что так. Пистолетные патроны. Угу. Еще там вот непонятный резонанс. Не, так, ладно, давайте-ка, раз уж мы... А, мы еще не дошли до того, до зеленой точки, до той. Туда можно будет исходить. О, вон что можно было сделать. Давайте посмотрим, что у нас там в этом доме. Чтоб вас, а? Сразу на всякий случай. А не пройти, что ли? Здесь закрыто. Ну и чё? Как мне? Что за жесть-то? Ну, пипец. Непонятно, что там надо сделать.
Отлично, патроны для пистолета взяли. Кусты, блин. Я не удивлюсь, если в кустах здесь куча этих тварей. А, ну в этих кустах мы уже все обыскали. Так. Мы же были в этом туристическом центре, я тут ничего такого не нашли. Опа. Это что, для меня? Не ходи, написано, что ли? Райан Тёрнер. Узнаю этот стиль. Снова он. Повезло, Райан. Еще один. Пипец. И камера, снимающая останки жертвы. И это он называет искусством? Кровавая расправа. Еще один коммуникатор. Наверное, Райана. Хм, эти тоже из Мёбиуса. У них может быть что-нибудь полезное. Так, журнал коммуникатора Тёрнера. Последние сообщения в журнале коммуникатора. Я настроил свой коммуникатор так, что он теперь ловит сигнал от серебральных чипов. Я обнаружил остальных охранников. Вернее, то, что от них осталось. Они могут быть... У них могут быть припасы, и они им вряд ли понадобятся. Все эти чипы передают сигналы из мертвых мозгов. О, сколько еще исследовать. Ну, давайте-ка направляемся сюда, к женскому голосу. Что, здесь походу все, да? Черт, куда он делся? Да ну нафиг.
Что-то я как-то не ждал такого поворота. Картина, конечно, жесть. Сидит там, блин. Так, у меня топорик, да? Давайте-ка. Опа! Чтобы не встал больше, чтобы наверняка. Что за чертовщина? Мерзость. Да ладно. Я, блин, никого не просил сюда меня присылать. Компьютеры, компьютеры. Что здесь все? Уходим. Что за яркий свет-то, блин? Это слишком. Даже для этого мира. Убежище Анила вот здесь. Пойду, что ли, расскажу ему последние новости лично. Так, вернуться к Анилу. Ну, давайте. Да что ты все фонарик-то включаешь, а? Ты нашел их? Они мертвы. Но судя по тому, что я видел, без них будет безопасней. Они собирались убить здесь всех и каждого. А, ситуация Альфа-1. Не самая плохая идея, должен сказать. Но ты даешь, Анил. Ты просто нечто. Я просто реалист. Всех спасти нельзя. Это невозможно. Не зря придуманы экстремальные протоколы. Если бы они не создали эту дурацкую машину, никаких протоколов бы не понадобилось. Возможно. Но посмотри, что они сделали. Это же невероятно. Да ты просто образец корпоративной этики. Надеюсь, тебе воздастся за твою лояльность. Потому что пока компании насрать на тебя. В смысле? Они же тебя сюда прислали, нет? Прости, я не хотел тебя разозлить. Вот, сделал для тебя еще немного, в качестве благодарности. Так, детали для оружия мне дал. Ну что, давайте сохранимся.